Детское радио представляет. Живой уголок. Может, каждый мальчик и девчонка может у себя в квартире за короткий срок с разрешения мамы, да и папы тоже, сделать мини-зоопарк, живой уголок. Сделать мини-зоопарк, живой уголок. Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Недавно читаю в уважаемом и красивом журнале статью. Автор пишет о путешествии по Бразилии. Железная дорога проходила вдоль моря, и по обе стороны поезда долгие часы тянулись нескончаемые плантации банановых деревьев. Тебя в этой фразе ничего не смущает? Нет? А меня сразу две вещи. Ну, во-первых, наверное, железная дорога проходила не по берегу моря, а вдоль океана. А во-вторых, банан – это не дерево, это трава. Да-да-да-да, гигантская трава. А выражаясь языком ботаников – травянистое растение, ствол которого никогда не деревенеет. Сам банан – плод. Но почему же тогда в его вкусной душистой мякоти нет косточек? Где же семена этой удивительной банан-травы? Отвечу, семена есть только у диких бананов. Как так? А вот смотри, попробуй яблочко-дичок из ближайшего леса. Скулу сведет. Кислая, твердая, как камень. А теперь попробуй наливное из сада. Откусится с податливым хрустом. Сладкое, сочное. Все в аппетитных красных штрихах. И даже мякоть у самой шкурки розовая. А ведь культурный сорт вывели из того же дичка. Правда, ушла на это не одна сотня лет. Вот так и банан. То, что мы с тобой едим, это все культурные сорта. И все они бескосточковые. А дикие виды с косточками. Их, кстати, в семействе банановых более 60. Есть карлики, ну, мне по пояс. А есть гиганты с пятиэтажку высотой. Плоды у бананов самых разных расцветок. Красные, розовые, коричневые, оранжевые, фиолетовые, серые. И формы различаются. Встречаются бананы прямые, как огурцы, кривые, бочечками. Причем самый распространенный вид — так называемый банан райский, муса парадиска, в природе не существует. Вот тут кроется удивительная загадка. Никто не может ответить на вопрос, где и когда человек нашел первый бескосточковый банан, из которого вывел культурный. Ботаники его до сих пор ищут. Хотя, поди разберись, сколько лет-то прошло. По сведениям ученых, культивировать банан-траву начали в 5-м тысячелетии до нашей эры. Сегодня бананы разбежались по всему тропическому поясу. Их едят сырыми, жарят, варят, вялят, делают из них муку, пюре, варенье, мороженое, компоты. Все возможные блюда. А есть кормовые бананы для скота. Трудно себе представить жизнь бедных людей Африки, Азии и Америки без спасительного плода, который заменяет им и мясо, и хлеб, и сахар. В Индии, на родине банана, есть такая пословица: если человек съел всего один банан, то сегодня он уже не умрет от голода. Но давай я тебе расскажу еще кое-какие подробности о самом популярном тропическом плоде, который знает далеко не каждый. Вот, например, как быстро он поспевает. Всего за год банан-трава уже поднимается в полный рост и зацветает. А цветет она всего один раз в жизни. Да, завяжутся плоды, созреют и отмирает материнское растение. Зато рядом с основным его стволом появляются многочисленные ростки-пасынки. Из них вырастают новые бананы. Вот такое размножение называется вегетативным. Ну, помнишь, мы с тобой об этом говорили? Тебе, наверное, хочется узнать,
А можно ли выращивать бананы у нас, в России? Можно. На Черноморском побережье, ну, скажем, в Сочи или в Геленджике, встречается банан японский. Это единственный вид, который выдерживает краткосрочные заморозки до 10 градусов мороза. Он цветет, плоды у него вызревают. Вот, правда, есть их нельзя. Зеленый, жесткий, рот вяжут. А дома ничего не стоит разводить еще два вида. Банан карликовый и банан манна. Правда, уход за ними довольно сложный. Как-нибудь отдельно я расскажу тебе обо всех секретах выращивания домашних бананов. Замечу только, что плоды у них вполне съедобные. И я знаю кое-кого, кому удавалось получить их у себя в квартире. Но это уже отдельная история. А сейчас пора прощаться. До новых встреч, дружок. До новых историй. Живой уголок.